Просроченные продукты, полуфабрикаты на полу и антисанитария на фабрике «Уральские пельмени» в селе Мяско. Так утверждают некоторые работники этой же компании. В подтверждении своих слов на сайт 74.ru даже прислали видео откровенного нарушения. Это цех по изготовлению хинкали. Продукт без упаковки валяется прямо на полу. А это мясо, из которого, видимо, делают полуфабрикат. Судя по этикетке, его срок годности истек еще полтора года назад. Пойти на крайние меры и снять, так сказать, производство изнутри работники решились после того, как в замороженной смеси этой же компании нашли мышь. Грызуна обнаружила жительница Челябинска и даже сделала фото находки и отправила претензии производителю. В комментариях все тому же 74.ru руководство компании ответило, что это провокация недобросовестных сотрудников фабрики. Уволены были сотрудники, грубо и неоднократно нарушавшие трудовую дисциплину, в том числе допускавшие появление на рабочем месте в нетрезвом виде – прогулы. Эти сотрудники или же лица из числа их друзей могли сфабриковать такое видео, разбросав продукцию по цеху, к примеру, в ночное время, когда со стороны руководства контроль снижен, надеясь подорвать репутацию компании. К слову, появление мыши в продукции также, скорее всего, дело рук этих людей. Сейчас проверку проводит управление Роспотребнадзора. Мы, в свою очередь, ведем служебную проверку. Видимо, внутренней проверкой все не закончится. С ревизией сюда обещал наведаться не только Роспотребнадзор, но и прокуратура.